Еще такой момент, ребята, смотрите. Значит, у меня есть для вас предложение такого плана, такого характера. Я готов провести несколько бесплатных консультаций с вами по скайпу. Есть условия. Эту консультацию, каждую консультацию я буду записывать на видео. И это будет выложено у меня на канале. Вот. Если кто-то хочет так, консультация стоит 5000 рублей в час по скайпу. Или живая. У вас есть возможность сейчас у кого-то, кто не стесняется. Если хотите, закроем вам лицо. Вот. И как бы... Кто хочет решить какую-то свою ситуацию, какую-то свою проблему, или которая там постоянно его преследует, или какую-то ситуацию и проблему, которая случилась вот буквально там на днях или месяц назад, неважно. То есть я вам в этом помогу. Я помогу бесплатно, то есть я проведу где-то 4-5 бесплатных консультаций по скайпу. Вот, значит, единственное условие, да, еще раз, что я буду это снимать на видео и выкладывать на своем канале. Возможно, это поможет многим парням, у которых какие-то такие же аналогичные ситуации были. Вот. Если ты хочешь получить эту бесплатную ситуацию, то консультацию, то твоя задача написать мне в почту shamshurin.vovasobaka@gmail.com, который ты увидишь под видео. Значит, что мне от тебя нужно? Мне нужна конкретика. Значит, опиши коротко, но довольно-таки... популярно, да, свою ситуацию. Что произошло, что тебя беспокоит, где ты не можешь найти ответ на свой вопрос. Мы с моими помощниками выберем несколько человек и сделаем бесплатные консультации. То есть там же запиши, напиши свой контактный телефон, с тобой свяжутся мои помощники и назначат время консультации. То есть вот такая штука. Я подумал, почему бы нет. Думаю, что многим из вас будет это интересно. Все, ребят, жду от вас ваших писем. Пока.